Сегодня журналистское сообщество Анапы простилось с членом Союза журналистов России Владимиром Александровичем Мальцевым. Всю свою жизнь он посвятил журналистике. Многие годы трудился в местных газетах, активно печатался в краевых изданиях, был собственным корреспондентом федеральных СМИ, возглавлял пресс-службу администрации Анапы, работал редактором телерадиокомпании «Анапа Регион». Даже оставаясь на заслуженном отдыхе, он продолжал активную журналистскую деятельность. В прошлом году к 170-летию курорта подготовил цикл очерков «17 мгновений Анапы» в газете «Анапское Черноморье». Продолжал делать обзоры главных спортивных событий города. Его публицистическое наследие стало значительным вкладом в летопись нашего города-курорта. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.